И всем привет, ребята! Меня зовут Аня, и вы на моем канале Анитар. Но перед началом этого видео не забудь подписаться и поставить лайк. Но сегодня я буду смотреть трейды на лавандового дракона. Да, он на StarPay стоит примерно около 80 или 70 рублей. Я его, в принципе, наверное, не буду трейдить, но просто посмотрю, что же за него будут давать. Но давайте не будем задерживать и погнали! Так, ребят, мне предложили первый трейдик, давайте его примем. И посмотрим, что же мне за него дадут. Мне предлагают Fly Red Panda, но я даже не знаю, тем более это первый трейдик. Но у панда она вообще не ценится, а мой дракончик хотя бы ценится. Но если я его буду трейдить, наверное, моя цель это Red Frost Fury. Но она, наверное, дороже, но все же вдруг появится такой человек, который захочет за Red Frost Fury лавандового дракона. Так, ребят, мне предложили следующий трейдик. Так, давай, предложи нам что-нибудь хорошее. Так, Феникс, вроде так он называется, да, просто на английском. Вот, ну, я не знаю, вроде бы Феникс не так сильно ценится, как мой лавандовый дракон. И он даже галочку не ставит. Но это всего второй трейд, так что я отклоняю. Так, ребят, я только не успела написать чат, и сразу мне кинули трейдик. Так, Рабодок. Так, давайте покажем то, что у меня есть Рабодок, и Рабодок вообще не ценится, он стоит рублей 15-20. Так что прости. Но, ребята, я, скорее всего, буду перезаходить на другой сервер, так как мне вообще не кидают теперь трейдики. Так, ребят, мне предложили трейдик, соглашаемся. Я думала уже... Опять эта надпись? Так, лавовый волк. Ну, я не знаю его цену, потому что на StarPets почему-то нельзя этих волков продавать. Ну, давайте покажем то, что у меня есть, этот лавовый волк. И это, может, он что-то поменяет? Так, добавляет белку. Но, в принципе, даже не знаю, белка она вообще не ценится. Но, блин, даже не знаю. Но, простим. Но, ребята, я сейчас... вот трейд мне предложили. Сейчас посмотрим, что мне дадут. Но мне дают райд-курочку. Это самый прикольный трейд, наверное, за это видео. Но, прости, я отклоняю. Так, следующий трейдик. Мне предлагают обычный мотоцикл. Прости, но этого мало. Ну, ребята, с вами была я, Аня Анитар. Всем спасибо за просмотр и, пожалуйста, напишите в комментариях, на какой бы трейд вы согласились. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока и удачного дня.